И снова мы окунемся в эту загадочную осень. Наград, Град-ревью и фильм «Осенняя история». Редкий фильм 1979 года. Это специальные виды обзоров, посвященные осенью, этому таинственному времени. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Мы будем пытаться раскопать эти тайны. Как-то попробовать хотя бы немножечко понять для себя, что же это такое. Осень, эти три загадочных и мистических месяца. «Осенняя история» 1979 года снят режиссером Инессой Селезневой. Что в последнее время попадаются фильмы, где режиссеры женщины. Ну, почему бы и нет, и такие бывают, почему. Что тут такого? Премьера в мире 23 мая 1984 года. Фильм лирический, добрый, душевный. И понравится, конечно же, нашим родителям больше всего. Они поймут. История душевная, спокойная. Тем более во время такого буйства красок осени. Это тишина, когда город просто... Город в динамике, все спешат, торопятся, а здесь такой фильм. Это дорогого стоит. Родители заценят, так сказать. Ну и нам тоже для истории, для канала очень полезно будет. Посмотреть, как жили раньше люди, чем дышали и как проживали свою жизнь, да, советскую. Актеры советские: Рима Быкова, Ада Роговцева, Виталий Юшков, Елена Ивочкина, Зинаида Шарко, Михаил Данилов, Станислав Садальский, Майя Булгако и другие актеры. Это Great Review, и это Secret Arkham. Секреты осени. Тайны осени. Начинающий журналист Артем по поручению областной газеты едет в свой родной город для выяснения обстоятельств довольно странной ситуации. Значит, в письме, ставшей причиной командировки, была рассказана история Ольги Денисовны. Будучи опытным педагогом и уважаемым в городе человеком, она, тем не менее, решает выйти на пенсию. Вынуждена, как утверждает автор письма. На месте же выясняется, что причина столь неожиданного поступка Ольги Денисовны явилась неблаговидное действие ее коллег. Интересно. 7 баллов получает эта душевная драма. Само название говорит, чтобы мы обязательно посмотрели «Осеннюю историю» 1979 года от доброй женщины Инессы Селезневой. Ее нету с нами, как и многих актеров этого фильма. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Впереди листопады, дожди, туманы. И, как печально это говорить, холода. Увы, осень. Это прежде всего, конечно же, холода. Увы. Ну, по крайней мере, сезоны такие. У нас есть помощь автора Дана Тарит, будем очень признательны. Доброй осени и welcome back!